Маргарите Чернышовой 13 лет, 9 из которых она занимается художественной гимнастикой в спортивном клубе «Динамо» Ивантеевка. В этом году девочка выполнила норматив на звание кандидата в мастера спорта. Дважды выступила на соревнованиях под руководством легендарного тренера Ирины Винер. Но на достигнутом юная спортсменка останавливаться не собирается. Я думаю стать мастером спорта и после этого пойти также на тренера. Хочу также помогать детям развиваться и чтобы они достигали таких же результатов. Всего в этом году в секции спортивной гимнастики под руководством тренера Екатерины Андрющенко выполнили норматив на кандидата в мастера спорта 6 гимнасток. Среди ее учеников есть и те, кто занимается с ней с самого начала ее тренерской деятельности. Они растут, появляются разные сложности, но совершенствуются, конечно, на месте никогда не стоим. Вот. Но я расту как тренер, в первую очередь, и, конечно же, следующие поколения детей, следующие года уже, на мой взгляд, немного больше я могу им дать, нежели первым своим детям. Тренер отмечает, что стать настоящей гимнасткой под силу не всем. Одного желания здесь недостаточно. Ребенок не только должен быть развит физически, но и уметь мыслить в верном направлении. Из любого ребенка звезду не сделаешь. У нас Алина Кабаева такая на весь мир одна, поэтому, конечно, смотрим на физические данные. Должно очень много, на самом деле, сложиться. Физические данные, там вплоть даже до пропорций тела, рост, мозги, родители адекватные. Вот. Ну, то есть очень много факторов. В ближайших планах у спортсменок показательные выступления во дворце гимнастики Ирины Винер, которые пройдут в конце октября и станут для них уже третьими по счету в этом году. Антон Бутовец, Александр Корнеев, Анна Белова и Мария Головачева. Новости Большого округа.